Так, пошли уже первые пики. Банят бесткостовую эрочку. Плюс Баратрума, плюс Феникса, плюс Бруду. ВП же забанили Эмберспирита, Макаку, Вивера и Темпларку. Минус Винга. Севчик. Ну, я думаю, что медовый севчик. Тини может. Тини может также медовый. Осталось 10 Хард. секунд. Хард. Не думаю, что хард. Может, какая-то четверка. Осталось 5 секунд. Пока что не ясно. Так, бан за ВП. Кого же они будут банить? Ну, банить мидера бесполезно. Да, вот они банят Рубика. Думаю, что Зевс мид. Тини пойдет четверкой. Ну, Зевс хорошо стоит против СФа. Тени вот посложнее будет. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Второй бан. Так что по пикам говорить, ребят, пока что только два пика ОВП и без коста вот второй пик делать. Я думаю, что сейчас пойдут саппорты. Пайк. У них пайк керри. Нет, я не смотрел матчи без кост, поэтому не подскажу. Если ВП здесь проиграют, 90%, что они покидают турнир. Да. То есть, если ничья, там кое-как, возможно, пройдут. Да, Бэйн. Ну, Бэйн либо четверка, либо пятерка. В большинстве случаев пикают четверку, поэтому я думаю, что Бэйн четверка. Сейчас пикнут, скорее всего, пятерку. Ну, еще одного саппорта. Зевс мид. Я думаю, что мид, ребят. Потому что Зевс хорошо стоит против СФчика. Да, СФ, кстати, может быть еще керри. У нас уже был керри СФ. Причем очень жирный. Туск. Туск, ребят. Ну, Туск пятерочка. 100%. Осталось 10 секунд. Да, есть уже четверка, есть уже пятерка, есть мидер. Осталось у Бесткост. Осталось добрать тройку плюс керри. УВП. УВП, я так понимаю. Зевс мидер и Тини либо четверка, либо пятерка. Ну, скорее всего, четверка, потому что Тини подфармливает. Тини нужны какие-то артефакты. Нужно выходить в блин для инициации. Чтобы быть, так сказать, на подхвате. Ну, четверку, либо пятерку. Ну, то есть пятерку, да. Да, да. Клоквер для ФНГ. Гирокоптер. Снова они верят. Верят в Киритыча. Верят, что он сможет на гирокоптере. Но не слишком хороший дот он показывает, согласен. Но, ребят, осталось 10 секунд. Мы смотрим матч, а не обсуждаем там. Осталось 5 секунд. Тройка плюс керри осталось. Кто здесь на тройку подойдет? Ну, много кто хорошо стоит против гирокоптера, ребят. Много.
Кентавр хорошо стоит. Некер также хорошо стоит. Кто там? О, визаж. Блин, я что-то как-то не вспомню даже. Если это тройка визаж. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Не уверен. Банят Дарксира, да, понимает, что остался здесь. Хардлайнер для ВП. Ну, если это визаж тройка, тогда нужно банить керри. Нужно банить керри. Но пока, пока не слишком понятно, потому что SF, он может пойти осталось 5 секунд. В легкую, а визаж может пойти в мид. Либо... Ну, нет, нет. Нет. Давайте смотреть, что ВП сейчас забанят. Я думаю, что остался керри, ребят. Без костов нужно керри. Кто там? Кто там хорошо на керри играет? Я бы сейчас поумничал, но я не знаю, потому что я не смотрел матчи без кост, поэтому я без понятия, кто там может. Если просто смотреть по пикам, блин, есть тролль, не в бане. Есть ЦК, не в бане. Что тролль хорошо против гирокоптера играет, что ЦК против гирокоптера хорошо играет. Есть Морфлин, который также отлично. Мне кажется, Морфлин здесь отлично зайдет. Но какие-то нестандартные пики у Бескост. Поэтому вот Алхимик. Алхимик тоже неплохо. Баня это не Алхимика. ЦК отлично. ЦК отлично себя чувствует здесь. В этом пике он отлично заходит. Осталось 5 секунд. Сейчас узнаем. Да, забанили ЦК. Вот так. Не знаю, кентавр. Кентавр для ВП отлично будет. Или кентавр. Нет, кентавр не в бане. Кентавр заходит. Круто. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, инициация есть. Вот есть клокверк, есть тини. Клокверк на хуке, тени позже купит себе блинк, также может инициировать. Кого же забанят? Ликана? Они подумали, что ВП могут Ликана? Интересно, интересно. Интересно сейчас, кого же они пикнут для... Падж? Так, подождите, что-то совсем уже. Патч керри? Ну, кстати, да, ребят. А почему нет? Патч керри неплохо здесь смотрится. Если они не отправят СФ в легкую, а патча в мид. Осталось 5 секунд. Потому что патч здесь и хорошо в миду стоит. Энигма. Это тройка Энигма, да? Ну да, потому что больше некому. Да, Пайк седает на Паджа. Блин, ребята, это керри патч? Во как, во как. У нас медовый СФ, четверка Бейн, пятерка Туск и троечка Хардлайнер Визаж. Блин, интересно будет посмотреть. Антарес пойдет на четверке на Тине, Сквадикс, медовый Зевс, ВНГ, ну, стабильный Клокверк, очень часто он играет. На клокверке пятерочка. Киритыч, понятно, на гирокоптере. И Нотист на Энигме. Как Нотист играет? Ну, так, средневато. Очень посредственно на Энигме играет. Но дает там какие-то блэкхолы. Смотрела несколько матчей. Так себе. Пока что все матчи у ВП были сыграны в ничью, ребят. Все. Или, погодите, или вчерашний против... Как они сыграли вчера против Entity. Сейчас скажу. Так, стоп. Ой, не против Entity, а против Blacklist. Да, Blacklist они проиграли 2-0. Сори.
Ну, Blacklist фавориты группы. Да, до этого все матчи в ничью. Blacklist 100% проходит дальше, также Entity проходит дальше. По две команды из группы покидают этот турнир. Так, ладно, давайте смотреть. Смотреть, напомню, что это Best of 2 формат встречи. То есть, да, только двух карт. Нет здесь побед. Ну, то есть, победа может быть, но только 2-0. Здесь, возможно, ничья. Это плей-ин. Рияд Мастерс. Шейхи. 5 лямов. Все дела. Если ВП здесь проиграет вторую карту, шансов пройти почти нету. Почти не останется. Поэтому подтапливаю за ВП. Самую малость. Возможно, не самую малость. Ладно, ладно. Отступление небольшое. Посмотрим, что ВП придумают. Просто у ВП более такой стабильный и надежный пик. Бесткост. Бесткост, интересно. Блин, сори. Да, я... Сори, почему мне не сказали? Сейчас. Сейчас, есть, убрал. Убрал, все, смотрим. У Бесткост что-то они такое придумали. Нет. Пуч пикают. Мы... На этом турнире я не смотрел ни одного панжа в керри. СФ видел в керри, но, тем не менее, играют. Я знаю, что играют. Интересно будет посмотреть. Мне больше нравится. Битва начинается. УВП. Но хочется посмотреть, как же Бесткост будут реализовать. Просто Бесткост много не надо, ребят. Реально. Патч там 6 уровня дерется. СФчик. Я так понимаю, у нас медовый получается, он будет магический, да? Какой-то там ПТ и ул блинк, и он дерется, либо даже без блинка, под иульчик. Какая-то там Кая Энтьяша, не знаю, как он будет собираться, будем смотреть. Также интересно посмотреть на тройку визажа. Перемудрили здесь ВПМ. Крипы под тавром, это получается, что сейчас вторая пачка сильно уйдет ближе к тавру без кост, что есть очень плохо, да, вот пошли крипы. Сильная линия, согласен. Визаж плюс туск, сильная линия. Но, тем не менее, пацаны могут также убивать, если пока что Киритыч качал себе флаккеном. Будет Рокет Барадж, с Рокет Баражом будет очень много урона. Но нападение на Кирича. Видите, что они делают с этим Киритычем, ребят? Вот что они сделают. И также с ФНГ. Кстати, ФНГ мог умереть, но жив. Жив, пока цел. Туск съел. Да, отхилились они там фласочками. То могу сказать, так я уже говорил, ребят, пик слева более стабильный, более надежный. Так, закрыли здесь Когок Виталия. Вот, пошел Rocket Barrage. Да, есть подсейф от Туска, этот шар. Да, второй Rocket Barrage. Да, видите, за счет большого количества урона из-за Rocket Barrage они могут убивать. Кстати, это ФБ для Киритыча. Минус курьер. Минус курьер, ФНГ, там была фласочка. Печально, печально, но ничего страшного. Так. Есть Петюни. Антарес с Моузом. Моуз или как там? Не знаю, правильно ли никнейм читаю, ребят. Поправьте, если что. Моуз, ну, значит Моуз. Так, там вроде нападение снизу пошло на Киритыча, ребят. На Киритыча. Еще две тычки нужно, еще тычка. Да, минус, но разменяют здесь на Туска, разменяют 100%, ФНГ будет жить. Так, Бесткост довольны. Бесткост довольны. Керри на саппорт, отлично. Лампи здесь сам себе стакает, как говорится, помоги себе сам, брат. Либо никто в этой жизни тебе не помощник. Так, что там ночь? Блин, ну, Нотист собрал. Собрал 10 долонов.
Кстати, нападение здесь могут убить, ребят. Очень много урона. Ай, ошибка Тантареса. Не выкинул он пайка здесь. Так, хук. Такой прицельный пока что. Пока что прицельный, ребят. Почему денает много? Так потому что урона много. Смотрите, там дофигища этих эталонов. Он может все фармить, может все денаить. Тяжело пайку. Но как только пайк получит 6 уровень, ребят, эта энигма будет по КД умирать. Просто по КД. Так, здесь драка и у нас пауза. Пауза. Стратегическая, возможно. Так, есть шарп по ФНГ. ФНГ умрет, ребят, умрет. Ну и туска заберут. Да. Минус туск. Ну, разменялись. Разменялись. Четверка, пятерка. Какая разница. Минус пайк. Молодцы, молодцы. Ребята из ВП понимают они, что есть возможность пока что убивать. Дальше будет трудно. Поэтому убивают. Убивают, молодцы. Счет 4-2. Хорошо начинает ВП. Сквадикс. Хорошо себя чувствует. 30 на 9 против 20 на 0. Почему? Ну, потому что Сквадиксу пофиг. Он издалека стоит, там первым добивает. И ему по барабану на эти кайлы, ребят. Но что дальше будет делать? Ну что, покупать артефакты и играть. А что еще делать? Так, нападение на Моус. Минус Моус. Выкинули его. Малифайс. Урона много, поэтому. Счет 5-2, ребят. Подрубим нетворсы? Давайте, давайте, согласен. Давайте смотреть. Да, 2500 у Зевса, 2500 у Энигмы. Дальше идут парни из Бескост. Визаж, дальше Севчик. Ну и там уже пошли ребята наши. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Так, нападение на Киритыча. Есть сейф ТП, но успеет ли? Так, пришел Сквадикс, да, забрали Киритыча, разменяют на Туска, закрыл, кстати, Туск, правильно сделал, чтобы не пошел дальше Сквадикс. Кстати, он потерял неплохо так, ХП, блин, да, отпился. Так это он спецом забрал, он не хукал Нотис там, то есть. Так, пошел ультимейт, минус Бейн и минус Пайк. Да, вот так. Втроем здесь. Пользуются своим преимуществом. Пользуются то, что у них есть Зевс, который может из любой точки карты выдать дэмэдж. Пока что правильно все делают. Молодцы. Молодцы, ВП. Главное потом не обосраться, ребят. Да, да, такая мета. Вот видите, они там много фрагов делают, много вылазок, а преимущество 1000. Вот так. Такая дота. ФНГ спрятал в коге здесь туска. Задрачивает там. Слышу где-то ультимейт лампи. Так он отменил, я понял. Минус ФНГ. Закрыли еще Антарес. Они хотели пойти дальше? Нет. Есть Зевс на руне ускорения. Минус туск. Ну, размен. Размен. Та плюс-минус ровный. Пятерка там на четверку. Да, видите, там разница 5. 5 золотых. Благодарю. Центральную башню сил света атакуют. Так, подцепили здесь Сквадикса. Сквадикс упрыгнул на ХГ. Так, вчетвером здесь ребята из Бескости. Есть шар. Минус Сквадикс. Быстро убили. Блин, ошибся Сквадикс. Так, хотят они дальше пойти. Сейчас найдут ФНГ, да, нашли они еще ФНГ. Но ФНГ отличные коги поставил, поэтому будет жить. Есть пока что перделка. Плюс соточка для Нотиста. Ну, как вам сказать, мало? Ну, мало, да, согласен, он 2 раза умирал. Силы света используют сканирование.
Так, нападение здесь на Туска. Подкинули Кирытыча. Пока что живет за счет... О, отлично, блин, но... Урона хватило. Кстати, он должен понимать, что здесь вижен. На пригорке. Но молодцы, круто. Кстати, Туз сыграл. Шардами себя выкинул на ХГ, но этого не хватило. Если бы не было там... Вижена, то никак бы. Второй был в КД, ребят, второй был в КД. Поэтому Туск остался бы жив. Так, здесь Пайк напал на ФНГ. Как бы самому сейчас не умереть. Есть еще здесь Кирытыч, убили. Здесь Тини, минус Антарес. Что там сверху у нас, ребят? Здесь вроде как разошлись. А Пайк минус 12-6, ребят. 2000 преимущества. Неплохо, неплохо. Начали здесь ВП. Как бы так же бы продолжать, было бы круто. Так, ВНГшечка идет вперед. Нападение здесь на Моуза. Ну, минус. Минус Моуз, минус Бейн, ребят. Почему преимущество такое? Ну как уже? Это уже не маленькое. Нотист. Первый. Блэк Холл. Соло забрал Туска. Да. Ну, соло, а чё? Все правильно, ребят. Есть у тебя этот Блэк Холл, юзай, пусть идет КД. Зачем его держать там на драку в пятерых? Ты, возможно, будешь до конца своей жизни держать этот Блэк Холл, так и его не закастишь. Поэтому все нужно делать. Все правильно сделал Нотист. Так, что там Антареса? Как дела? Долго. Много еще. Не подстанет. Прожал барабаны, визаж и ушел. Молодец, хули. Кирытыча все отлично. Но мы знаем, что Кирытыч, он иногда посредственно может играть, поэтому... Ребят, этот хейт у Кирытыча, я... Он оправдан, согласен. Согласен, что оправдан, но... Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Не сейчас. Давайте смотреть, силы посмотрим. Расканили здесь. Бисткост ВП. Или это ВП? Нет, это бисткост. Просканили. Так. Минус Т1 тавер. Кстати, если что, первый эшелон таверов впал. У ВП же стоят все товара. Да. Ну, за счет Нотиста, блин, много урона, ребят. Много урона. Есть Весел, дальше Блинк. Мне нравится. Дальше Блинк. Без мег, без вот этой шелухи. Блинк и пойти вперед. Давать Блэкхола. Так, в смоках. В смоках. Найду сейчас Моуза. Четвертая смерть для Бейна. Еще подцепили здесь лампи. Ну, минус лампи, да. Минус лампи. ФНГ умер, ребят. ФНГ умер. Тем не менее, пофигу. Пятерка на двоих пойдет. Пойдет. Показываю, что у Кирытыча смотрим. Пока что нифига. ПТшка, Falcon Blade. На разгончик, ну и будет делать себе аганим. Потому что аганим очень сильный артефакт. Нижнюю башню сил света атакуют. Визаж пайп делает, ребят. Так, хук от ФНГшки по Моузу. Как бы не закончилась смертью для ФНГ. Да, подходит здесь Кирытыч. ФНГ умирает, пошел кулдаун. Разменяет на Виталия. Да, разменяли. Забрал этот фраг Сквадикс.
Хотят они все-таки Моуза добить. Пока что Моуз живет. Должны знать. Нет. Минус еще Бейн. Пятая, по-моему, у него смерть. Да, пятая. А вы посмотрите, 5.03 Нотис играет, ребят. Красавчик, чё. Счет 18-8, да, ребят. Центральную башню сил тьмы атакуют. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Верхнюю башню сил света атакуют. Нижняя башня сил тьмы разрушена. Центральную башню сил света атакуют. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Так, нападение пошло на Туска. Туз пока спрятался в шар. Ну, без вариантов. Туз домой, без вариантов. Фраг для Сквадикса. Кто там Сквадикса? Показываю, показываю. 8-1. Блин, ну отлично играет ВП. Как бы они так в первой игре. Возможно, Бискос сами перемудрили. Да, есть уже. Яшин Кая. Так, нападение на ФНГ, хук, тут же кулдаун, пока что живет ФНГ, живет, и вроде как будет жить, да, минус 2, минус визаж, минус пайк, разменяли пока что только на одного ФНГ, хочу также таска, верну, да, минус 3, размен на одного ФНГ, что, Рошана, не хотят Рошана? Как насчет Рошана, ребят? А? Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Блин, у Антареса Лампи здесь ищет. Ищет он в инвизе. Возможно, найдет Сквадикса. Или нет? Пошел на бот. Пошел на бот. Там, кстати, есть Тини, который уже с блинком. Да, знает он, что здесь Тини. Передумал Лампи. Передумал, потому что было 2 ТП. Ой, подцепили Лампи. Минус Лампи. Чё? Аганим есть для Паджа, но, блин, очень мало у Паджа, ребят. ВП все правильно сделали. Я говорю, у ВП более стабильный пик. Есть хук. Вот пайка. Уже. Да, убили, молодцы, молодцы, убили. Контринциация от ФНГ. Подцепил он Виталия. Ну что, ну минус Виталия, да? Да, минус Виталия. Нотист свирепствует, ребят. Показываю, 7-0 этот парень играет на Энигме. 10-1 на Сквадиксе. Отличный матч проводит у нас Сквадикс. Киритыч, ну Киритыч как всегда, ребят. 1-3-10. Вот так.
Центральную башню сил тьмы атакуют. Покажу, показываю, ребята, что по артефактам. Смотрим. Критич. Почти огоним. Сквадикс. Яшенкая. Антарес есть блинк. Нотист есть блинк. Весел. Дальше пайп. Пайк. Только огоним. Лампи. Мы уже знаем, что есть Яшенкая. У Виталии, либо Виталий, есть драма. Туска, кстати, появился блинк. Блин, отлично, отлично. Силы света используют. Ну, Моза ничего там. Аркан Буцы хочет себе сделать линзу. Показываю графики Доты плюс. 84% на ВП. Зашли ВП на Рошана. Не слишком быстро заберут, потому что урона не так много. Первый, это первый Рошан. Первый в игре. Центральную башню сил света атакуют. Рошан убит силами света. А есть для Киритыча, у которого там 1-3-10. Так, нашли здесь Антареса. Кстати, Антарес должен умирать. Пошел здесь Нотист. Будет ли Блэк Холл? Есть Блэк Холл только по одному. Лампе. Минус лампе. Успеют ли? Успеют, ребят. Минус будет еще туск. Так, слышу там хук по ком-то. Но пока что... Кстати, туск еще не умер. Ответочка, ответишь. Блин, если заберут Нотиста, денег насыпет, ребят, дофигища. Да, просто. Свыше косаря. Хук от ФНГ, от пайка по ФНГ. Но это хук в таверну, ребят. Хукнул себя в таверну. Еще пошел фокус по... Визажу. Визаж. Нет, нет, нет. Одного Нотиста на троих. Ну, за Нотиста много отвалили, ребят. Много. Забирает терзатель. У Бесткост. Как бы парни не отлетели, смотрите. Ну да, да. Не хватило, не хватило. Смока раскурили ребята из Бескост. Силы тьмы используют сканирование. Да, забрали у нас туска. Довольно быстро, довольно уверенно. 11 тысяч преимущества. Счет 28-11, ребят. 22 минута. Заходят они на Т2. Сопротивления, скорее всего, не будет. Потому что возможности такой не представляется подраться у Бескост. Да, перемудрили. Патч совсем не зашел. Патч голый босс и 8 тысяч нетворса. Да. Второй заход. Второй более успешный заход. На дерзателя без кост. Получил Антарес Аганим Шард. Дальше они пойдут забирать свой. Есть руна мудрости. Стоит дерзатель. Много-много денег, ребята. За это насыпать много денег. Ну, два Аганим Шарда, чё. Это там 3000. Да. Нотист получил. Аганим Шард. 14 тысяч преимущества уже. Что там в лампе? Ну, пока что блинк и все. Дальше хочет сделать себе аганим. Могут, конечно, что могут дожать. И нужно дожать. Нужно дожимать. Вот вопрос, получится, не забросят ли они, ребят. Зевс, проверочную. Сил тьмы атакуют.
Нет, нет, я здесь, просто смотрю. Ну что, ну вот, комментирую, сносят Т2, ребят, Т2 Тауэра. Снесли Т2 Тауэр, чё. Да, вот, вы можете наблюдать, что происходит с командой, которая играет вторым номером. Полностью инициация за ВП. Есть хук на визажа, есть кулдаун. Пока что сейвит туск своего визажа. Ну, минус. Минус туск, минус визаж. Возможно, еще убьют мовза, да, минус мовз. Подцепили здесь хвадикса. Делает байбек. Тут же два байбека. Минус хвадикс. Блин. Сказал бы, что отлично, если бы не было байбеков. Но два байбека. Посмотрим. Тем не менее, почти поровну. Ну, блин, два байбека много. Не нужно было делать два байбека. Подумали, без кос, что ВП сейчас пойдут там. Дальше пойдут на ХГ, но... ВП приняли правильное решение, решили отойти. За счет байбеков без кос. Так, ну а без кос понимает, что были сделаны байбеки, нужно пойти... Как-то реализовать эти байбаки, подраться. Зашли они в вражеский лес. Пока что, да, находит здесь Киритыча. Все, Киритыч понимает, что под ним кто-то есть, его стопит. Да, хук. И есть ультимейт от Бэйна. Киритыч пока что в БКБ, пока что живет. Минус Бэйн. Так. Присунь здесь ФНГшку. ФНГ пока что живет. Хук по Киритычу, но как бы... Да, есть Блэкхол, но Киритыч умер вместе с Пайком. Еще ультимейт от Сквадикса, блин, много урона у ВП. Минус Лампи. Ну и минус Туск, да. Минус 5 на одного Киритыча, ребят. ПНГ так и не умер. Молодцы, молодцы, черт. Башню сил тьмы атакуют. тысяч преимущество. Счет 36-13. 26 минута. Не заметен. Патч. Да полностью, ребят, полностью пик провалился от бесткост. Да, какая-то у них была там задумка интересная. То есть, в теории, как оно там должно было работать, я не могу понять. Но вот на практике мы имеем то, что имеем. А имеем мы на 27 минуте 18 тысяч преимущества за ВП. Да, с самого начала говорил, что у ВП более стабильный пик. Понятный. Ярокоптер, понятный. Зевс, плюс есть Энигма, которая очень сильная. Топ-2 Нетворса, ребят. В Энигме там что-то 10 или сколько киллов. 8, 1, 15. Вот показывает нам Dota Plus 94% на победу ВП. Вы знаете что? Уже без шансов. Мне кажется, что если ВП здесь закину, тогда это дисбанд 100%. Потому что здесь проиграть, когда у вас такой пик, а противник на паджике имеет 12 тысяч нетворса, бесполезный этот патч. Пока что бесполезный. Курьер сил света был убит. Нет, будет еще один матч. Возможно, там какие-то будут переигровки. Завтра еще какой-то там плей-офф этого плей-ина. Я не сильно вникал в это все, ребят. То есть на перерыве посмотрю, что там, как. Силы тьмы используют сканирование. Да, согласен, что преимущество по золоту остановилось больше. Не увеличивается, но, тем не менее, ребят, проиграть эту карту, это пиздец, простите за мат. Так, кстати. Да, знают ВП, знают они. Будет ли погоня? Да, находит ПНГшка здесь Пайка, остальные сделали ТП. Ну, а Пайк улетит бесплатно домой, да.
Живет долго, согласен, блин, это патч, большая бочка. Но, тем не менее, минус спайк. Есть ли у него байбек? Сейчас вам скажу. Байбека нету, ребят. Байбека нет. По-моему, у никого нету байбека. Так, включу вам байбеки. Да, нападение. Пошел кулдаун, пошел ультимейт от Зевса. Убили уже Лампи, убили Туска. Все парни из ВП живы, минус Моус, также подцепили Виталю. Минус Виталия, ребят, минус 5. Минус 5 на 0 игроков ВП. Вот так. Ну, ГГ, ГГ, можно писать ГГ. Я думаю, даже стоит писать, потому что зачем тратить свое время? Проседать по морали, если можно написать ГГ. Да, обязательно, ребят, пока покажу после матча, какая там ситуация в группе, чтобы вы понимали, что да как. Минус первая линия, ребят, нужно идти на вторую, хотя уже сейчас респнуться. Да, ВП принимают решение отойти. Можно пойти на Рошана, есть Рошан. Мне кажется, это правильно будет. Нужно идти, нужно. Что делать без кост? Даже не знаю. То есть... Ну, тяжело, ребят, тяжело. Кстати, Нотиста здесь увидел Туск. Нотист то ли испугался, то ли что, что не сделает ТП, поэтому сделал блинк. И, как говорится, на ноги отошел. Да, забирает здесь Рошана уже довольно-таки быстро, так как урона много. 30-я минута, артефактов полно, ребят. Показываю, что там. Показываю артефакты. Керитыч, много, очень много. Дайдалус, Аганим, БКБ. ПНГшечка, Вангвард. Есть уже Кримсон Гвард. Дальше делает, я так понимаю, Аганим или что там у него. Антарес, Арканбуцы, Блинк, Форстав, Сквадикс. Есть уже Тринкор. Яшенкая была, есть Филактерия, ребят, Нотиста. Актаринкор, Весел, Пайп. Ну, в Пайка Аганим плюс... Блэкенбарг, есть Вэлл в Дискорд, Лампи было, Яшенкая, Аганим дофармил, блин, больше ничего нету, Пайп дофармил себе Виталя, есть драмы, драмы были, Туск, был у него блинк, делает себе Аганим, почти дофармил, Мус дофармил свою линзу, ну и все, ребят. То есть ВП полностью заряжены, все у них имеется, преимущество огромное, также есть две жизни. Как говорится, нужно идти и заканчивать этот матч и молиться на то, что параллельные матчи там сложатся в их пользу, ребят. То есть и они пройдут, не пройдут. Да, будет еще один там, еще матч, то есть еще серия матчей, тем не менее. Хекс у Сквадикса, ребят. Но это невозможно проиграть. Это проиграть невозможно. То есть без шансов. Кто там повесит линку, я смотрю, да? Кто там с линкой? Есть линка. У Тини, понял. Молодец, молодец. Что-то не туда Туск пнул Киритыча. В итоге сейчас умрет, так как... Нет, смотрите, жив, молодец. Так, хукнули здесь Тини. Пошел кулдаун. В БКБ есть хук по визажу. Киритыч минус 2 уже. Так, Тини. Антарес сильно вперед прыгнул. Выкидывает он здесь Лампи. Лампи разультился посмертно, ребят. Посмертно, минус Тини. В разме только на одного Тини. ГГ, ГГ. ГГ, можно писать. ГГ. Байбек есть только в одного Лампе. Все. Понимает это ВП и даже не ломает третью сторону. Они идут просто в трон. Ну, молодцы, молодцы. В этой карте порадовали. Но не так ВП молодцы, как Бескос что-то там намудрили. Хуй пойми что. Да. Ластецкий. Black Hole от Нотиста. Лампе делает байбек. Сейчас тут же отправится обратно. Да. Да. Убили, кстати, Нотиста, подцепили там Ярокоптера, но это все, как говорится,
Не стану, да, не стану материться. Побеждает ВП. Молодцы. Молодцы ВП, что побеждают. Сейчас, ребята, вам покажу, да, чтобы вы посмотрели сейчас. Так. Сейчас. Так, смотрим. Четыре ПТСа у ВП. То есть, ну, у нас будут еще матчи, видите? И я так понимаю, это уже какие-то переигровки. Нет, это плей-офф. Да. А нет, это завтра, да, сори. Да, еще будет у нас матчи. Бесткост имеет 5 ПТС. Бесткост играют? Нет, Бесткост не играют. А, так все. Да, ВП проходит. Правильно, я понимаю. Правильно. ВП проходят. Занимают они последнее место. Ну, возможно, это еще будет завтра что-то там, мне пока. Но вроде как должны проходить из четвертого места. Бесткост также проходит. Ну и чья по одному ПТСу дали. В общем, ладно, мы будем смотреть еще один матч. Спасибо, ребят, спасибо, кто там смотрит. Не уходите, ждем следующий матч.